Atunci el tot gândește în continuare. Ну, что делает? Он накапливает информацию, когда он настраивает. Ну, что фачи? Я кумулятся информация. Он накопил кусочек один, кусочек другой, кусочек третий. Я аккумулятся информации, те букет, вот буката, два, да. А потом вдруг какой-то момент говорит, о, понял, Эврика, вот, дошел. Și atunci, la un moment dat, el a spus, gata, am înțeles, Eureka. Здесь он не понимал, не понимал. Aici el încă nu înțelegea, nu înțelegea. Dar la un moment dat a ajuns la un nivel de înțelegere. То есть есть барьер между вот непониманием и пониманием. Există o barieră între neînțelegere și înțelegere. Поэтому, когда мы говорим о знаниях, да, то мы говорим, что для того, чтобы их получить, надо вот этот барьер преодолеть. Atunci, atunci când noi vorbim despre cunoaștere, noi vorbim de faptul că noi trebuie să trecem peste acest barier. Вот наша система связи, она помогает нам преодолевать вот этот барьер понимания. Acest sistem de legături, el ne ajută pe noi să trecem peste aceste bariere și să ajungem la informații. Вот эта повязка Эврика, она тоже создает условия для того, чтобы вот этот барьер стал меньше. Acest bandou Eurica, el ne dă posibilitatea ca acest obstacol, acest barier să fie mai mic. Понимание возникло на меньшем объеме информации. Da, ca înțelegerea să vină la un nivel mai mic de informație. Ну или вот два человека общаются друг с другом. Сал дой уамин, коммунику уну куату. Один другому что-то пытается объяснить. Один... Unul primul încearcă la al doilea nouă persoană să explice ceva. Но когда он передает эту информацию, он что передает? Он передает образ. El când transmite această informație, el ce transmite de fapt? El transmite niște imagini. Он говорит слова какие-то. Но спустя нечто кувинте. Но за этими словами всегда есть какие-то образы. Да, на спателе часто кувинте экзиста о имаджи. Но вот если у другого человека в голове возникает подобный образ. Да, к лаудоля лом нка. А паря чеешь имаджи, не такая он о трансмите. Он понимает. А тут че он цележ. А если у него свои картинки, а у этого свои. Да, к unul are niște imagini și altul are alte imagini. Imagini fute. Atunci înțelegerea nu există. Deci acel om care... Acel om la care îi se explică, el o să creadă că el totul a înțeles. Ну или, допустим, он будет отвергать вот эту картину, систему картинок, которая это было. Савел платит за рефузия, а что систем для имиджа, такая ему начать свои трансмиты. Почему религии друг другом спорят? Дече религии, например, все контразит. Одни сформировали одну систему образов, а другие другую. Потому что уни ау формату систем для имиджа, алти ау формату нал систем. И вместо того, чтобы попытаться найти как бы вот ту систему прообраз, от которой все это возникло, люди пытаются вот тут. Și în loc să ajungă de fapt să se înalțe și să uite de unde de fapt a ajuns această imagine, da? Ei nu merg acolo, ei unii între altul pur și simplu se contrazic. Spori друг с другом и вот для того, что если ты не согласен с моей картиной мира, мы тебя будем убивать. Se contrazic și dacă tu nu ești de acord cu abordarea mea acestei lumi, eu pe tine am să te omor. Pentru că, de exemplu, povestea Eurica, ea va повышать возможность взаимопонимания. De exemplu, acest bandou Eurica, el poate să crească această înțelegere între oameni. С одной стороны, она будет помогать людям лучше знания усваивать. Pe de-o parte, o să-i ajute pe oameni ca ei mai bine să asimileze cunoștință. Ну, например, если студент учит какую-то. Например, он студент, так рваться он по материи, то повязка его поможет быстрее выучить этот предмет. А то же бандово сложить и морепи для появился инвестиция с инвестиционным. Но это вот как бы вопрос принятия информации. А если интервале легаты для принятия информации. Но и другой процесс генерации информации.
Este și alt proces de generare de informații. Это творческий процесс. Vorbim de creativitate, de procesul creativ. Это попытка создания информации, которой еще не было. Asta e încercarea de a crea o anumită informație care până acum nu a fost, nu a existat. Поэтому те, кто занимается творчеством, și atunci acei oameni care sunt creativi, se ocupă de creativitatea, lor le va fi mai simplu să le vină gândurile acestei creative. У нас как-то был такой случай на семинаре на одном. Я вот он раз вам семинар. Уже был после семинара. Я вас после факт дупа семинар. У нас одна девушка, она студентка Ростовского университета. У студента один институт в Ростов. Мне она очень увлеклась семинарами, и у нее хорошо все получалось. Ea a fost foarte entuziasmată de acel seminar, ea a ieșit totul, ieșea totul foarte bine. Ea a asimilat foarte multe regimuri informaționale, da, care s-au exersat la acel seminar. Am învățat să vadă fără ajutorul ochilor, să primească informații din diferite surse. Ну а тут как раз это было перед самой сессией, и она, естественно, к экзаменам не готовилась. Да, асна сам температур на эти десессионе, что я выведен к ну, а вот им со соприготовка до экзамена. Ну что делать? Пошла на экзамен. Значит, честно, статус на экзамен. Надо, не миг. Взяла билет. Взяла билету. Понимает, что она не учила ничего. Интересно, где факт не миг, ну а он WhatsApp. Я думаю, ну да, я, может, так, пофантазирую на эту тему. Și zice, hai eu să am niște fantezii pe tema asta. Nu, pe această temă am scris-o celul strădicicul. Și ea pe tema aceea a scris-o o foaie întreagă. Pentru că posedeva, a reșit-o că nu, că, probabil, a ceva pridumat. Și, de fapt, eu am stat și s-a gândit și s-a gândit că, de fapt, că pur și simplu a fost o fantezie a ei. Eu își lasă. Și nu s-a mai prezentat și a plecat de la exam. Vine acasă, ia manualul, deschide. Și a văzut că, de fapt, aproape cuvânt în cuvânt, ea a scris ceea ce era scris în manual pe tema respectivă. Поэтому вот нужно по-разному использовать эти технологии. Технологии биоинтернета. Și atunci se poate în mod diferit folosi aceste tehnologii, tehnologia biointernetului. Я не говорю, что надо вот не учить теперь ничего. Основной самый, что мы требуем от ума один WhatsApp. Как раз наоборот. Если инверс. Когда мы хотим получать новую информацию, мы же должны понять, чего приняли. Atunci când noi vrem să primim o informație nouă, noi de fapt trebuie să înțelegem ce informație vrem să primim. А если у нас нет понятийной базы? Dar dacă noi nu avem o bază de cunoaștere, de înțelegere. Мы будем что-нибудь написали там на тему. Ce v-am scris pe tema respectivă. Это будет для нас выглядеть там абсолютно бредово. Pentru noi asta va fi ceva nu că nereal, da, așa. Поэтому одно другого не исключает. Și nu putem, nu putem, ce vrea că tăiam, ideea? И не исключает то, что надо готовиться к экзамену, не исключает того, что можно получать очень качественную информацию. Я вreau să spun că nu trebuie, asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne pregătim de examen. Dar noi putem și să primim informații și din alte puncte, din alte locuri. Но информацию же можно получать не только вот ту, которая уже есть. Noi putem să primim informații nu doar aceia care există deja. Можно информацию получать из будущего. Putem să primim informații din viitor. Это называется память будущего. Asta se numește memoria viitorului. Это тоже можно развивать. Și asta tot se poate dezvolta. Потому что одно дело интуиция, это как возможность действия в настоящем. Una este intuiția, asta este posibilitatea de a акциона в present. Это как бы информация уже есть, она из прошлого информация. Асты уже есть часто информация, асты информация о морфе есть один трекут. А ты пытаешься угадать то, что было в прошлом. Ты учишься гречешь, да? Че я просто трекут, на твоем виде интуиция. Есть такое прогнозирование, да, или так?
Предвидение. Aici este un fel de o прогноза, да, adică de поведение на виток. Значит, тогда ты можешь с одной стороны понимать, что будет у тебя в будущем. Și atunci tu poți, pe de parte, să înțelegi ce vei, ce vei avea în viitor. А если ты можешь настраиваться на разные варианты будущего? Да, dacă tu te poți сета pentru diferite variante a viitorului. Ну, тогда ты будешь формировать то будущее, которое тебе больше нужно. Atunci tu vei putea să formezi viitorul acela de care tu ai nevoie. Ну, вот наши изделия, они способствуют человеку становиться человеком информационным. Aceste dispozitivele noastre ne dau posibilitatea să fim un om informațional, adică să avem acces la informații. Потому что мы видим, что вот какие технологии развиваются быстрее всего. Мы observăm ce tehnologii se dezvoltă cel mai repede, cu cea mai mare viteză. Где получают люди максимальную прибыль? Где oamenii primesc, de exemplu, un profit mare? При использовании информационных технологий. Prin folosirea tehnologiilor informaționale. Dar у нас как бы технологии, они как бы следующий шаг работы с информацией. Да, следующий уровень. Технологиile acestea oferă un alt nivel a acestei tehnologii informaționale. Nivelul următor. Da, поэтому это направление очень перспективное. Asta înseamnă că această direcție este foarte de o perspectivă foarte mare. Можно, да, развивая эти технологии, создавать новые технологические процессы. Полосить на части технологии путем соформам диверсия процесса технологича. Это будут этим. Новые варианты будущего. Новые варианты авиаторовы с креем. Как для себя, так и для других. А шака, каши пен бруной, ши пен бруалцы. Ну и повышать качество жизни, естественно. Și să creștem nivelul de viață într-un mod absolut normal. Adică natural. Eu pralistam singur și slide-ul ca să supra. Da. Nu, несколько... Сколько у нас? Сейчас я посмотрю. Давайте паузу, потом быстренько пролистаем. Мы сейчас делаем паузу. Acum o pauză de 10 minute este ora 8, da? Și la 8:10 persoanele care s-au măsurat, pentru că noi ce am făcut? Noi am dat dispozitivul, de fapt am măsurat câmpul la câteva persoane, da? Pentru primele persoane care au fost. În urmă le-am dat dispozitivul, un dispozitiv despre care imediat vom vorbi. Și acum vom face iarăși măsurători și vom vedea cum s-a schimbat câmpul nostru. La cine a fost măsurat, da? Vom vedea, a fost o creștere, nu a fost o creștere de când. Da. Și pe urmă despre asta o să vorbim. Deci o să trecem deja la concret despre aceste dispozitive și vom vorbi în a doua parte. Ok? 10 minute, eu cred că e destul. Și dacă există întrebări, haideți să comunicăm, să povestim.